Всем доброе утро, девочки мои. Долго меня не было. Но я на самом деле несколько дней ничего не снимала вообще. Потому что я в каком-то раздрайве вообще, честно говоря. Открыла я свой канал на Рутюб. Кстати говоря, ссылочку на этот канал я оставлю внизу в описании или в прикрепленном комментарии. В общем, я на этот новый свой канал начала потихонечку скидывать туда свои видео. Ну, пока что, как бы такой, знаете, пробный шар. Я туда несколько видео скинула позавчера. 4 видео. Это из моих старых. Ну, там рецептики, чтобы их не потерять. Готовка, там буженина, там зельц. Вот из моих любимых рецептиков. И, в общем, 4 видео. Еще одно видео, которое очень популярное, во многим понравилось. Там, где мои армянские корни, где я снимала, вставляла кадры из 96-го года, где я молодая, еще пою. И, в общем, родственники там мои. Ну, я вам хочу сказать, очень долго проходит модерация. Позавчера я скинула 4 видео. Одно из них вышло, опубликовалось уже где-то часа через 3-4. Потом через сутки еще 2 публиковалось. А вот 4-е видео, как раз мои армянские корни, уже 2 суток прошло, оно еще не опубликовалось, еще пока не прошло модерацию. Очень долго, медленно все это проходит. Еще я на Рутюбе не вижу нигде комментариев. То есть я так понимаю, если я правильно понимаю, что там комментариев вообще нету. Кто вот разобрался уже с этим Рутюбом, напишите мне, пожалуйста, вот здесь под этим видео в комментариях, есть ли там комментарии, там лайки, что там. Вообще, мне интересует обратная связь. Вот если там не будет вообще комментариев, как переходить полностью на тот канал, а как без обратной связи? Как я буду понимать, что вам нравится, что не нравится, ваши поддерживающие комментарии, которые меня вдохновляют? Вот это мне непонятно. Очень много, короче говоря, у меня вопросов и очень мало на них ответов. Вот. Поэтому, кто разобрался, напишите мне, чтобы мне немножко было хоть что-то разъяснить. Потому что я поняла, что дочка тоже там толком еще до конца не разобралась. Вот. Я пока что буду туда публиковать какие-то свои старые видео. Но в основном тематические, там, может быть, готовка или что-то там конкретное. Знаете, вот влоги. Мне нравится снимать влоги. И я так понимаю, многим из вас нравится, когда я влог снимаю, где я показываю вообще там свое утро, что у меня за окном. Я что-то решила приготовить, я решила сходить в магазин, что я купила, что почем. Ну и, в общем, там то внучка пришла, то еще что-то, в общем. То я бьюти какой-то уход решила придумать. И вот это все в формате влога мне нравится снимать. Но я так поняла, что на Рутюбе там какие-то темы. Вот, например, я там искала, там еще выпадающий список. Там не то, что я пишу там сама от себя какой-то, да, плейлист. А там тематически выпадает категория. Вот я выбрала там категория кулинария. И там, где у меня родственников показывают, там просто разное. Потому что вот влог в какую категорию входит, я не знаю. Если знаете, напишите мне тоже. В общем, короче говоря, вот эти несколько дней я тут, в общем, хожу и не знаю, что мне как-то переформатировать свой контент как-то. А как тоже? Мне в голову какие-то идеи не приходят. Как-то по-другому снимать, просто тематически снимать видео. Какие-то короткие, однозначно короткие, желательно, там, я понимаю, раз они так долго проверяются, да. Но готовлю, например, я там какие-то определенные блюда, я не часто, допустим. В общем, короче, я, честно говоря, еще у меня куча вопросов, много непонятного, очень много непонятного. С Телеграм тоже я не до конца разобралась, как мне там свой канал открыть и как мне туда эти какие-то видосы показывать. Там, я понимаю, есть комментарии, которые вы пишете, но как мне там свои, вот что там, в общем, мне тоже ничего еще с Телеграмом непонятно. Вот, в общем, короче говоря, я пока разбираюсь с соцсетями, поэтому время идет, я пока еще смотрю, кто уже освоился, пока что так аккуратненько узнаю, мало кто еще освоился, я так поняла. Я, девочки, вот что вам хочу сказать, почему я спешила на Рутюб открыть свой канал.
Потому что я так понимаю, что это уже на российской, на нашей платформе находится. YouTube это все-таки не наша платформа, это американская. И я не удивлюсь, если YouTube в какой-нибудь прекрасный момент просто перекроют и все. На Рутюбе вообще найти что-то там, какое-то видео, пока что сложно. Вот я, например, долго пыталась найти там себя, просто Мама Чоли набрать, хотя у меня уже открытый канал. И у меня, ну, на мой канал не переходило. Я долго не могла его найти. В общем, с трудом нашла. Просто по ссылочке перейти, это уже легче. Перейти по ссылочке, подписаться, чтобы не потерять. Тогда уже проще. Если не по ссылочке искать, пока что очень сложно. В поисковике там трудно что-то найти. Даже я подписалась на тех блогеров, которых постоянно смотрю. И то я в поисковике там набираю, допустим, название канала. А оно раз и не могу найти. В общем, пока еще там тоже разбираюсь, не совсем понятно. По ссылке, конечно, это сделать проще. Поэтому, девочки, чтобы меня не потерять, потому что все очень так быстро меняется. Кто любит мой канал смотреть, кто ждет моих видео, чтобы на всякий случай меня не потерять, пройдите все-таки по ссылочке по моей и подпишитесь на мой канал на Рутюбе. Пока что я там кидаю видео, которые из готовки, но те блюда, которые многие из вас пробовали и действительно согласились, что очень вкусный рецепт, очень хороший, удачный рецепт, это то, что мне самой понравилось, то, что я тоже вот по этому же рецепту буду готовить, я, чтобы эти рецептики не потерять, я их там покидала. Вот что-то буду туда закидывать из старого. А из нового, я просто думаю, что если я из нового буду кидать и сюда, и туда, то вы тогда будете смотреть здесь, потому что здесь можно комментарии написать. А там уже вы смотреть не будете, там не будет просмотров. Мне нужны просмотры там тоже как-то набирать, чтобы мой канал не был на самом дне. Вот. Поэтому, в общем, пока что я еще не определилась с этим. Что-то я буду кидать еще пока сюда, но там канал тоже нужно мне как-то раскручивать, да, вы понимаете. Вот, поэтому, девочки, вот все, что я пока хотела сказать, я вам сказала. Проходите по ссылочке, подписывайтесь на мой канал Рутюб, кому интересен мой канал и кто хочет продолжать смотреть мои видосики. В общем, я ничего пока не говорю конкретного, как я буду снимать, какие видео будут выходить. Может быть, они будут также выходить такие, в таком же формате, в таком же, тот же мой контент, потому что мне он удобен, вам тоже он нравится, как смотреть. И, в общем, пока что не знаю, что будет дальше, как будет дальше, пока будем посмотреть, да. Вот. Но с Ютубом, пока он у нас еще есть, здесь я тоже буду появляться. В общем, может, не так часто, как это было раньше. Потому что у меня еще самой, знаете, вот какая-то каша в голове, какая-то непонятка. Раньше я, когда вот просыпалась утром, я вставала, я знала, что мне надо делать. Я уже придумывала, что мне снимать. Я начинала съемку. В общем, у меня уже как бы вот вижу цель, иду к ней. Сейчас у меня вот цели вот как-то так. И непонятно, к какой цели идти, что чего. Тут непонятно, там непонятно, что на Ютубе, что на Рутюбе, что там в других соцсетях. В общем, какое будет удобно для того, чтобы вам смотреть и мне снимать. И, в общем, как говорится... Вот. Ну, чтобы друг друга не потерять, я думаю, что со временем все устаканится. Это пока что вот все это нововведение, все это где-то осваивается, все где-то пока медленно. Но потом все равно, как всегда, все устаканится, все будет хорошо. Главное быть позитивным и надеяться на лучшее. Вот. Ну, и я надеюсь, мои любимые девочки, которые мне нужны, которым я вам нужна, обязательно подпишутся на мой новый канал. На этом я хочу попрощаться. Вот это коротенькое информативное видео я просто сняла. Быстренько хочу его смонтировать и сейчас же сразу его и выложить вам. Вот на этом я с вами прощаюсь. Но не на совсем прощаюсь. Мы еще с вами обязательно увидимся. Всем пока!